снизу нападает у нас на Тайдхантера. Тайдхантеру очень больно, плюс 56 дэмэджа у Разора. Тайдхантер бежит, боже мой, демон, куда же ты бежишь? Ай-яй-яй. Демон нафиг вардить, но уже ну, смотри, какой чудесный здесь вард стоит, и вот знает, где Джимми, и Джимми сейчас еще раз погибнет здесь. Просто. Знаешь, что они про Джимми Хо, в этот раз Джимми Хо у нас ТП, в этот раз у нас Тайкинг нападает Джимми Хо без сапога и очень опасно, ты посмотри, как он вообще тут бегает, мансует, но... И все, прибежал. Ты посмотри, сколько дэмэджа и Джимми Хо. Второй раз фидит. Второй... Джимми убежит просто-напросто, и там с Тайкингом, если он даже вцепится, то вряд ли получит Тайда убить. А вот уже с Бэйном, который прилетел, который сейчас просто подбежит дать слип, это фраг. Просто бежит Бэйн, просто дает слип. Не, просто нельзя давать слип, надо поднять остаться. Хорошо. Окей, слип можно давать спокойно. Да, можно. Но они можно даже без слипа, да. Просто экономит ману. А вот этого можно слип дать, там дэмэджа очень много. Там очень много дэмэджа, куда ты прилетел? Бульба на два удара просто. И Бульба тоже погибает. День рождения у Джимми вчера затянулось очень. Сейчас Бульбу TC делает под, Бульба приплыл. Привет, Бульба. Слип на Бульбу. Ну и вот, тут же Корок, щитом по голове бьет Бульбу и... 6! Шикарно! 0! Шикарно. Чувствую, что дэмэджа-то им не хватит. Посмотри, как медленно. Это, во-первых, а во-вторых, сейчас их спалит Кентавр, который зайдет, еще застанет четверых. И вот есть у меня почему-то такое мнение. Смотри, заходит Кентавр. Заходит. Ну, станет только Джимми, ну это логично. Джимми копают и Джимми... Отличный ультимейт Джимми просто! Я... Ладно, я не люблю, я просто, ну, просто мы с Джимми хорошие друзья, поэтому мне очень обидно, что вот такое происходит, но это просто забей. Ну вот, неужели это настолько, ну сейчас что, Франкс найдет его? Конечно. 9-0! 15 минуты мы покупали барани, что творят на US вообще? Как же сейчас должно быть, идет Джимми. Так, тут DC ворвался. Как хорошо, как брак копает двоих, DC погибает, там ультимейт от Бульбы. А Бульбе надо сбить этот ультимейт, потому что ну, вот наконец-то убили его. 10-0, 11-0, 12-0. Падает барак. Oh my god. Команда Liquid, команда в Liquid превосходит сборную по Бразилии. Да, команда Liquid превосходит сборную России. Я прошу прощения, сборная Бразилии. КГВП 12-0. Все. Я прошу прощения за оговорку. Я по Фрейду, ладно. Вот ты понимаешь, бывают такие матчи, о которых, в принципе, сказать нечего.